Всем здоров, с вами Асфрок. Да, я играю в Need for Speed Most Wanted. В позапрошлом выпуске я прошел Биглу, выиграл у него машину. Машина похуже моей Mazda RX-8, так что она мне не нужна. Вот, теперь следующий у нас в списке Барон, он 10-й. Думаю, скоро я эту игру пройду. Вот так вот. Toyota Supra я продал. Немного прокачал Mazda, поставил на нее нитро новое и подвеску. Вот так. Ну, начнем с гона, как обычно. Начнем с радара. Да, я пока не второй. Сейчас думаю, стану первым. Но все равно второй. 2 километра. Смотрите, ну ничего. Ой-ой-ой. Меня еще обошли. Опасно, опасно. Сто шестьдесят. Ну где первый? Бесспорно, я выиграл тоже. Да. Скажу, гонка не слишком была сложная. Ой, нифига себе. Козел. Давайте вторую гонку сыграем. Нужно 5 побед. Думаю, будет вот этот спринт второй. Начинаем. Я сделал классный старт, мне все равно понравился. Я успешно держу лидерство, никаких преград у нас нет. Хотя уже полтрассы проехал. Все спокойно, Mazda мы делать всех. Ой-ой-ой. Бля, не тупил. Урод не видел. Да, у меня сразу же третий. Ничего так, ничего так. Ну, ебать.
Пиздец. Капец, раковая. Фу, чуть не врезался. Это финишная прямая, да. Это финиш. Вторая гонка есть. Это было немножко посложнее, чем первая. Ну, мне страшно. Давайте разнообразим. Пройдем толбу. Опять классный старт. Третья гонка подряд. Классный старт. У нас есть минута, первый пост пройден. Поправочка. Так, 50 секунд надо поднажать. Секунде пост. А вот он. Все, я успеваю. Внимание, экипажи. Поступила жалоба на подозрительный автомобиль. По приметам, возможно, так, плюс 18 секунд. Фора, нормально. О, мусорки. Блядь! Да, я уже не пройду, тут ее уже пьет. Так затупить. Только я могу. Сука, ну тормозить же надо. 40 секунд у меня есть. Я могу успеть. Я должен это сделать. Да, по идее, я успеваю. Да, я успел. Есть. На 30 секунд, чтобы доехать до финиша. Это клевое дело. Все есть. Три гонки уже прошел, вроде. И да, это третий. 8 очков. Понятно. Докажем, докажем. Вот, ну, я не колен. Какой ты злой. Всех обижаешь. Смотри, могут ведь и впрямь обидеться. И призвать кого-нибудь крутого. Чтобы он тебя обидел. Понятно.
Хорошо, что ли, еще две гоночки. Толбу, давайте, толбу, толбу, спринт. О, красного старта не было. Ну, почти, почти. Первый пост почти есть. Отлично, сбиваем знак. Приличная ситуация была. До сих пор через 25 секунд. Тоже его сейчас проходим. Вот уже время 17 секунд, осталось 35 секунд. Так, 58%. Следующий наш финиш. Ну да, у нас даже 2 минуты. Ну, я думаю, так, он должен считать нам трудности. Это был дрифт. Ребята, вы это видели? Это был дрифт. Еще один дрифт. До финиша успел спокойно. Успел очень спокойно. Есть. Осталась одна гонка, я 5 гонок пройдем. Начнем сразу, не будем. Долго ждать. Включаем спринт. Классный старт есть. Ну, жалко, что в прошлом толбуке я не сделал классный старт, но ничего. Неудачный шаг поворот, сейчас меня гонят.
Ну, половина есть, сейчас 5% до половины. Бля, меня обгоняют. Все, пиздец. Сейчас приедут копы. Ну они прям... Прям вон... Вот, да, прям на него. Вот, блядь. Они уехали. А, можно догонять. Сара, щемите, щемите. Эти ходилисты мусора. Надо, они были прям... О, третий статус. Ебаться, сраться. Надо доиграть гонку. Там разберемся. Это джампинг. Поворот, нет, жми, 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 жми. Так, я вроде первый. Вот это трясучка, однако. Так, я первый, да. Все, я выиграл. Нет-нет-нет, вот, фу-фу-фу-фу, все равно же. Есть. Теперь надо уйти от этой погони. Бегаем очень быстро, пушим. Уже лимит видео, времени точнее. На, еще один. Я еще не психовал. Еще меня двоим не видели. На. Блин. Фух, чуть не попался. Опасность, опасность. Так, где ловушка? Я так и не въехал. А, вот, вот здесь. На, сука. Все, лоха. Теперь надо просто уйти. Хотя сейчас. Так, заправочка. Вот тудой, на. Все, спокойно, спокойно. Есть. Я еще что прошел. Фига себе. Ух, нифига себе. Я все это видел. Ух, нифига себе, 105. Ничего так. 105 тысяч. Приличненько, я бы сказал. Вот я знаю. Давай. Пойдем. Убежище. Хорошо. Время 420 тысяч. Нам совсем немного осталось.
5 минут погонять. Ну, это сделаем. Ну, думаю, на сегодня хватит. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Думаю, понравилось оно многим. Комментируйте. Ну, знаете, что, короче, делать. С вами был Айсрок. Всем пока.